Всем привет, с вами артист Ярослав. Сегодня день города, мы приехали к брату на концерт. Ярослав побольше ознакомлен с этим всем. Расскажи. Сегодня, как артист уже сказал, день города. И в честь этого устроен концерт. Ну, то есть, выступать несколько групп. Ну, как несколько. Как бы весь день. И потом салют, все, праздничное мероприятие. Ну, как и на всех днях города, наверное. В общем-то, я не знаю. И, ну, у нас есть брат Артём, не родной, Саша двоюродный, но это даже не важно. И он играет в группе, его пригласили тоже на День города сыграть. Вот мы идем его слушать, ну и просто погуляем, посмотрим, что там, как. Интересно, нет? Ну вот. Да, и думаю, на влогах можно меня Санькой называть, не артист. Хорошо, это же все-таки ник, а Саня это ник. На влогах Саня, в играх артист. Погнали. 16 градусов. Подручный. Где мой зонт? Все дороги перекрыты, как мы видим. Идем по пустой двухсторонней дороге. Поэтому мы так долго до сюда добирались, потому что не могли найти проезд. И место парковочное очень сложное занятие. Нахождение места, парковочного места в празднике. Потому что это центр города. В день города. Да. Все места заняты. Тоже музыка слышна. Мы ищем Артема, нашего музыкального брата. Это тоже странно. Тоже своего рода артисты. Только в другом жанре, направлении. Вы, наверное, думаете, куда я иду? А я иду на футбол. Мне вдруг резко пришло предложение в ВК на халяву сходить на футбик. Ну а что, дурак, что отказываться? Я и вышел через 2 минуты. Я почти дошел до места назначения, в котором мне должны передать билетики. И вот прям вот. Прям вот сейчас они окажутся вот здесь. Итак, значит, играет Нижний Новгород против Нефтяника. Так, GoPro, ты фокуситься умеешь? Ну, вот, значит, один из этих многоуважаемых людей. Выпускник. Вот с ним мы пойдем. Че? Выпускник. Ну да, выпускник. Мы их вчера на волейболе 3-1 размотали. Ну что, что мы были в костюмах? Ничего, что вы выпускники и с вами играл учитель. Нет, у нас были худшие выпускники. У нас было 2 девочки в команде. Они больше всех и забили. Ну ладно, там на самом деле потло очень было. Вот они первую партию слили почти, ну так, сильно мы их разнесли. Потом они разыгрались, вот вторую вообще. Они играли в спортивной форме, а мы играли в рубашке, в джинсах. Это не оправдание? У меня оправдание. Здравствуйте. Сегодня опять сдаем ГТО. Бег, ну в общем, основные дисциплины. Я еще сам точно не знаю, какие, кроме бега. Вот, посмотрим уже на месте. Андрей, готов за вас? Ага, если бы, блин. Было так все просто в этой жизни. Круг, наверное, 200 метров. Тяжко, думаю, будет 3 километра бежать здесь. Пойдем пробежимся, задолбал на своем канале все делать. Пойдем, пробежимся. Идем мы с концерта, Артём уже отработал, выступал, как это правильно. Идем мы с концерта с Ярославом. Артём закончил свое выступление, он был
слева с гитарой. Да, гитарист. Да, он там очень старался. Было видно это по его лицу. Ну, сейчас просто гуляем, ходим. Да, посмотрим, что там интересного есть. Ну вот мы и пришли. Это что, точные копии футболистов? Да. Я ни одного не знаю. Как обычно. Блин, нет, Фому знаю все. Вопрос и про наш футбольный клуб. Рам. Спасибо. Ништяк на халяву. Все на халяву. Билет на халяву. Красиво жить нет. Короче, выяснилось, что один круг здесь 213 метров, то есть надо пробежать 15 кругов. Наши вот разминаются. Ну что, как подготовка идет? Никак. Наклоны. Ты тренер, да? А меня знаешь, расслабляет, когда я с камеры схожу, снимаю. Давай тебя потяну. Не, я сам себя потяну. Давай я тебя потяну. Давай. Сейчас на камеру все снимать будешь? Давай. Ага. Как я орать сейчас буду? Давай. Присаживайся. Давай. Присаживайся. Давай, давай, боритесь. Чё ты разболтыхалась, Арин? Где результат узнал? Чё ты болтал тебя? Понимаю. 30, ой, 60 метров. Ровно за 8 пробежал, сдал. Нормально, все. Фу, теперь надо попить. Все, снимай. Что-то есть. Сделали тут небольшую ярмарку. Вот вообще это без. Вдоль набережной. Да, но, к сожалению. Честь дня города. Но, да, домой здесь уже ничего не было. Блин, жалко. Пойдем, костец подаем. Нижний Новгород, нефтяник, матч. Теперь хотя бы знаю. Вон фанат сидит, болельщик. Матч уже начинается. Да. А, блин, меня обжигает. Чай течет. Ладно, пройдем здесь. Оп, побежали, пацаны. Садись куда хотите. Полупустые трибуны. Да, вообще, что-то давно. Ни раз такое вы не видел. Он басист. Ну что, Дэн, как тебе матч? Первый тайм. Слишком скучно. Слишком. Лучше бы я дома поспал. Я бы не спал, но... Да ладно, один раз.
В общем-то, матч закончился со счетом 1-0 со штрафного, когда мы с Денисом оба сказали, что не забьет. Но при этом я ставил именно такой счет 1-0 в пользу нефтяника. Денис же думал, что будет 0-0. Скучный матч. В принципе, смотреть было не очень интересно. А теперь куда попали? Расскажи, как у тебя впечатления от концерта? Как слушай, публики сегодня? Группа хорошая, мне понравилось. Ты в ней участвуешь? Она хуже от этого не становится. Это был Артем Быстров. Я думал, будет по... Самое главное, когда такие уважаемые люди приходят на эти концерты, как приятно видеть. С такой аудиторией крепкой в Ютьюбе, с таким количеством подписчиков, уже близким к миллиону. Это приятно, конечно. Ну, вот и уходим мы с концерта. На этом заканчивается наш день города. Вы увидели моего старшего брата, ну, с Машей давно знакомы. Да. Кстати, можете не полениться послушать еще раз нижний вообще офигенный трек? Да, поищите его где-нибудь в интернете. Думаю, найдете. Кавой занимается. Что? Арина, это по-другому работает. Арина, это по-другому работает. А я, короче, стал самым результативным на коре. Плюс 30 сантиметров. Больше меня здесь никто не наклонялся. Вот так вот. Изи, в принципе, изи. Пробежал я 15 кругов, а должен был 14. Так как мой рефери пробегал один мой круг, я бежал еще плюс один. Ну, потому что останавливаться было бы неправильно. И я пробежал 15-й, то после этого ему сказал, что он где-то сбился. Потому что я одного человека два раза обгонял, но меня никто не обогнал за это. Блин, я чуть не умер здесь. Прикинь, что? Что? Мне этот судья на один круг не засчитал, и я бежал 15. Ну ладно. Ну я ему сказал, он мне время поправил. У меня это... Капец, я устал. Быстрее пробежал, у меня за 12 на бой, за 1.45 пробежал. Я, блин, еле восстановился, у меня сейчас башка трещит, капец. Вообще идеально. Ты вообще жестко бежал. На полкруга меня где-то обошел. На полкруга обошел? Да. Я уж выпил свою фигню. Красава. Ладно, всем пока. Фу. А с вами был Саня, Ярослав. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.